Я работаю на почте, как взбесить я знаю точно человека, что пришел, чтобы он с ума сошел. Надо, чтоб он час стоял, чтобы очередь занял, а потом хайло раскрыть, дескать, он не в ту стоит. А как должен подойти, надо резко встать, уйти, перед ним окно закрыв на технологический перерыв. Это почта, здесь ты в очереди сдохнешь точно. Запомните, для жизни дальнейшей на почте выживает сильнейший. Еще на почте есть обед, повелось так с давних лет. На него можно уйти за день раз до десяти. И с него не торопиться, дать бабулькам подкопиться, и лишь тогда вернуться, когда старухи все загнутся. Если долго до обеда, уйти можно без обеда, а вернувшись говорить, чё в туалет нельзя сходить. Все меня на почте бесят за 4300 в месяц, а с зарплатою нам тут наше хамство выдают. Это почта, здесь ты в очереди сдохнешь точно.